Простите, я не могла в каком-то смысле поговорить с вами. Поговорить с вами прямо о вещах. И хотя вы знаете, что я забочусь о вас очень хорошо. И у меня было не так уж много времени, но вы знаете, что мне приходится трудиться очень напряженно. И когда у вас всего одна программа, у меня их три или четыре. И я работаю для них очень усердно. И понимаете, я говорила вам, что по Махараштре нам предстоит передвигаться очень быстро. И мы должны двигаться очень быстро. Итак, что вам нужно понять, это для чего вы приехали на эту программу в Махараштре. Зачем вы приехали сюда? Это люди должны понять. И я обнаруживаю, что по такому простому вопросу понимания нет. У некоторых людей, некоторые из вас ропщущие души, и они не понимают, зачем они здесь. Они здесь для того, чтобы научиться определенным вещам для сахаджа-йоги. Особенно, если у вас нет ашрама, то также всегда есть проблема, как ужиться с другими. И в некотором смысле мы должны перемещаться по-спартански. Как же жить по-спартански и как быть сметливыми? Посмотрите на местных людей, на махараштринцев. Только посмотрите на них, вы должны учиться у них, какие они расторопные. Мне не нужно говорить им ничего. Посмотрите, какие они самодисциплинированные. Мне не нужно говорить им ничего. Они организовывают, они работают так усердно, вы не представляете. Вы не выполняете никакой работы, если посмотреть, какую работу вы выполняете. Только берете свой багаж, заносите его в автобус и рассаживаетесь, и снова засыпаете. Какую работу вы выполняете? Выполняйте в сравнении с ними. Но сметливости никакой нет. Я обнаруживаю, что они тоже смотрят на вас и думают, что вы все летаргичные люди. А некоторые из вас наркоманы или кто там. Жалобы такие смешные, как будто вы думаете, что вы купили комплекс туристических услуг с поездкой на автобусе, и организация плохая, а кто-то на вас давит и все такое. Это полный абсурд. Мне кажется, некоторые люди воспринимают сахаджа-йогу как летаргическое занятие, понимаете, вроде наркобизнеса. Что вы впадаете в летаргию, никто не должен говорить вам, грузитесь в автобусы. Но почему вы не грузитесь сами? Все должны организовывать себя, должны чему-то учиться, иначе это бесполезно. Я думаю, это бесполезный приезд. Вы приехали сюда не для туризма. Это во-первых. Нужно понять, это нужно понять всем вам. Здесь не туристическое бюро, организующее все это для вас. Как только у вас появляется небольшой комфорт, вы немедленно погружаетесь в этот абсурд. Вы должны знать, что на этот уровень вас привел переизбыток материализма, что у вас слишком много эго. Это большая головная боль. Для сахаджа-йоги и для вас тоже. Вы знаете это. Переизбыток материализма. И эта материя все время пытается взять верх над духом. И ваш дух все время подавляется материей. И вы впадаете в летаргическое состояние. И тогда, как только кто-то пытается сказать вам, поторапливайся или принимайся за дело, вы думаете, что вас подавляет и все такое. Это абсурд, я не могу этого понять. Уоррен говорит, что он больше не хочет заниматься организацией. Кто хочет заняться этим? Те, кто жаловались, поднимите руки. Возьмитесь за это. Хорошая идея. Он говорит, я больше не хочу заниматься организацией. Хорошо, кто хочет заняться этим? Давайте посмотрим. Кто жаловался, что он нарушает мариады? Пусть они возьмутся за это. Не годится так себя вести, понимаете? У вас должна быть самодисциплина. Вы должны учиться дисциплине. Люди восприняли множество вещей как должное, понимаете? И вот что и произошло с Ником, когда он попытался действовать. Они очень комфортно расположились в доме Линды. И я видела, что люди там делают то же самое. Потому что когда вы живете там, то никакой дисциплины не нужно, некому вам сказать. Это не летаргия. Сахаджа-йога — это спартанская вещь и сметливая вещь. Посмотрите на этих людей, какие они сметливы. Рано утром, в 5:30, они уже на ногах и выполняют свои задачи. И посмотрите, как они все устраивают. Вы не представляете, как много они организуют. В отдаленных местах и здесь тоже организовать все это невозможная ситуация. И что же мы делаем?
Просто стараемся думать, что мы здесь, в какой-то туристической поездке, и что все для нас должно быть устроено, как обещано в пакете услуг. Сейчас ворон отошел от дел. Кто хочет взяться за эту работу? Дайте мне взглянуть. Может, мне поставить тех, кто жаловался? Что такое происходит? Я просто не понимаю. Один человек начинает эту болтовню, и все ему начинают вторить. Это абсолютно неверно. Здесь вам не туризм. Лучше возвращайтесь назад. Я верну вам все ваши деньги, которые вы мне заплатили, и поезжайте назад. Вы сюда приехали узнать о сахаджи-йоге, как стать сметливыми, как быть выносливыми, как быть светом. Как много ваша мать работает в этом возрасте? Мне 60 лет. Как много я работаю, только посмотрите на это. Вы должны быть, ваш идеал я или королева Елизавета? Кто ваш идеал? Я имею в виду, я просто не понимаю, зачем вы здесь? Один человек начинает глумиться, другой подхватывает, и все они начинают повторять это. Это абсолютно невозможная ситуация. Мне не нужно говорить им даже один раз. Вы не представляете, ночью они готовят для вас еду, вы знаете, ночью. После программы они приехали, приготовили здесь для вас всю пищу, и мы взяли ее. Те, кто были со мной, знают это. Они готовили еду, все они, эти молодые ребята. И они снова на ногах в 5:30 организуют все. Посмотрите на них. Учитесь у них. Понимаете, вы должны понять, что ваши качества нехорошие, нужно понять это. У вас нет ничего, кроме эго и самомнения, что вы очень велики. Никакие вы не велики. Я должна сказать вам очень честно. Вы должны покончить с этим эго полностью. Материальное развитие разрушило вас абсолютно. Смотрите, тысячи людей поднимают здесь руки. Посмотрите на этих людей. Неужели мы собираемся забыть всю цивилизацию, которая обречена на Западе? Вы люди, которые стоят в основании, но кто вы? Вы никакие не святые, не правда ли? Как живет святой? Вы видели пример Шри Рамдаса, я возила вас посмотреть. Осознаете ли вы, что вы ездили к храму Шри Махалакшми, который является одной из пит кундалини всей Вселенной? Вы уловили это? Вы заботитесь о своем комфорте или о своем духе? Что вы здесь делаете? Вы поняли, что это был за храм? Вы поняли это? И сейчас я хочу, чтобы вы увидели еще один храм, затем еще один. Это нелегко. Ни один турист не ездил в эти храмы. Фактически ни одного иностранца не пускают в эти храмы. Поскольку вы святые, они пустили вас, но ведите себя как святые. Что это за ерунда? Говорите о комфорте и прочих глупостях. Что за комфорт у вас там? Я испытываю самый большой дискомфорт в западных странах. Там нет комфорта духа. Это самый большой дискомфорт для меня. Все пьют, все так нелепо. Столь материалистичны, столь материалистичны. Ужасно. Так что, ради Бога, не думайте о себе слишком много. Я не хочу, чтобы вы говорили, что кто-то подавляет вас, нарушает ваши мариады, сахадж означает литургию. Почему у вас нет своего собственного духа и собственной организации? Вы все извратили. Здесь обо мне заботится одна девушка. И какая она сметлива. Только посмотрите, какая она сметлива. Даже десяток английских девушек не могут заботиться обо мне так, как она. Она знает каждую мелочь. Я говорю не только об англичанах, у вас всех эта проблема. Пожалуйста, избавьтесь от этого, а иначе забудьте о Западе. Вы должны проделать громадную работу. Я стараюсь заботиться о вас, как могу. Вы должны заботиться о себе сами. То, как вы передвигаетесь, я просто не понимаю. Разве у вас какой-то пакет услуг на поездку? Те, кто приехали сюда в первый раз, доставляют больше проблем, потому что они никогда не видели этого раньше. Я имею в виду, те, кто хотят вернуться назад, могут ехать хоть завтра. Я отдам вам деньги, уезжайте. Рахури будет гораздо хуже, чем здесь. Здесь вы впервые приехали в отель, и тут же вот и все. Я имею в виду, мне непонятно то, как вы стремитесь к удобствам. Вы хотите ванну? Хорошо, прицепите к себе свою ванну и ездите с ней весь тур. Я имею в виду, что вы знаете, как я живу в Англии. Какой у меня дом и какие у меня ванны. Я ни разу не пожаловалась, у меня даже не было мысли об этом. Ни разу, для меня главное дух.
И не думайте о себе слишком много. Пожалуйста. Они за все отвечают, организуют куджи, всевозможные вещи. Посмотрите на них. Ни одной проблемы для меня. Завтра вам предстоит ехать в Тулджапур. Витхала — это очень важное место, связанное с Вишуди, которое вы должны увидеть. И вам нужно съездить в Тулджапур. Там нет комфорта, вот почему они никогда не появляются на Западе. Им там некомфортно. Кто бы стал строить храмы на этих камнях? Неужели они? Вы думаете, они бы поняли Шри Ханумана? Посмотрите на этого Рамдаса. Посмотрите, как он жил. Даже такой человек, как Шиваджи, он жил здесь. Он был королем. Я имею в виду, я никогда не устраивала вам никаких проверок или еще чего-то. Но есть определенный ряд. Не то, что я хочу, чтобы вы спали на холоде или что-то в этом роде. Я не хотела, чтобы вы спали на холоде. Вы не так меня поняли. Но что такое происходит? Почему вы не встаете в 5 каждое утро? Я работаю гораздо больше, чем вы. Вы знаете, какие программы у вас сегодня? Пуджи здесь. Вам не нужно запускать ничьи чакры, не так ли? Вам не нужно поднимать горы Кундалини. Правда? Тысячи камней за камнями. Разве вы должны это делать? Мне не нужно говорить о себе. Затем, после этой программы, мне предстоит общаться с интеллектуалами. Затем должна быть пресс-конференция. А после пресс-конференции большая встреча в 6 часов. Эти так называемые удобства есть лишь что иное, как порабощение вашего духа. Они поработили ваш дух. Дух порабощен, поверьте мне. Избавьтесь от этого. Это абсурд. Вы святые, вы искали века. Так избавьтесь от этого, избавьтесь полностью. Они такие выносливые, такие сметливые. Муладара первоклассная, только посмотрите. Ранним утром в 5 часов душ и все. Они готовы. О чем вы все время думаете? Вы такие ленивые. Глядя на вас, люди все время думают, что некоторые из вас, наверное, употребляют наркотики. Им так кажется из-за того, что некоторые из вас летаргичны. Что можно тут сказать? Вы не можете погрузиться в автобус, и они не могут понять. У них все будет готово за 5 минут, за 5 минут. Можете себе представить, после программы они приехали сюда, приготовили пищу, и я была там. Так что не думайте слишком много. Много размышлений делает вас просто ленивыми тюфяками. Вот и все. Это нехорошо. Размышление — это еще один стиль материализма. Это тонкий материализм. О чем тут размышлять? Погрузитесь в свою нирвичару. Избавьтесь от этого. И здесь есть один бхут, который очень суетливый. Я знаю их всех очень хорошо. От них всегда головная боль. И я не знаю, зачем они приехали. И они знакомятся с другим человеком, и этот бхут переходит от одного к следующему и дальше. Но все такие негодные люди вылетят из сахаджа-йоги, поверьте мне на слово. Они вылетят. Вы хотите сахаджа-йогу или нет? Вот в чем вопрос. Тогда зачем беспокоиться о комфорте? Это самое удивительное. Некоторые из вас, приехавшие в первый раз из таких далеких мест, например, люди из Ванкувера в полном порядке, из Торонто в порядке, из Нью-Йорка в порядке. Они все в порядке. Стивен и его жена в порядке. Я имею в виду, у них те же условия. Почему же другие люди? Итак, пожалуйста, постарайтесь доставить мне немного радости. Я не хочу услышать. Сейчас он хочет оставить свое место. Понимаете, все начинают говорить, он очень подавляющий. Но почему? Кто вы такие? Вы не заслуживаете ничего лучше, не так ли? Вы должны быть сметливыми. Сметливы ли вы? Такое ощущение, что на ваших муладарах висят булыжники. Все время мысли, мысли. О чем? Очистите свои муладары. Я должна быть для вас идеалом в сахаджа-йоге. Взгляните на меня.
Я имею в виду, можете себе представить? У меня так много работы. Я работаю очень напряженно. Вы знаете, я не останавливаюсь, я бегу марафон, а вы уедете. Вы уедете в Англию, вы уедете в Европу, вы все уедете. А что насчет меня? Я все работаю, 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 работаю. Единственная причина — это то, что у меня очень хорошая Муладхара и очень хорошая Агья. И великолепная Сахасрара. Я не размышляю. Слишком много разговоров. Лучше не разговаривайте. Я думаю, вам лучше перестать разговаривать друг с другом. Это сработает лучше всего. Вы говорите все эти нелепые вещи. У вас нет ничего важного, о чем говорить. О возвышенном, о Боге, о Духе. Внутри вас должен быть покой. Если у вас будет покой, вы насладитесь этим. Все это место такое умиротворяющее. Почему вы не чувствуете покой этого места, которого так недостает в тех ужасных комфортных местах? Во всех них. Там нет покоя. Почувствуйте покой. Вы святые. Почувствуйте покой этого места. Смотрите, они в своих сердцах чувствуют покой. Богатство разрушило вас. Это проклятие. Так что почувствуйте покой этого места. У вас нет покоя внутри. Почувствуйте покой внутри. Что вы видите в первую очередь, куда бы вы ни поехали? О, это очень славно, прекрасно. Что в этом прекрасного? Покой. Тонкая сторона. Вы должны быть тонкими людьми, чтобы чувствовать тонкую сторону. Почувствуйте тонкую сторону. Эту неуловимую музыку, неуловимое благоухание. Если я ваш идеал, я чувствую себя очень комфортно, если быть откровенной. Я не знаю, когда я освобожусь от этого. Я называю это ванвас. Это изгнание в лес, в джунгли. Для меня это подобно лесу. Из людей, которые анархичны, своевольны. Такие эгоориентированные, ужасные люди, которые не знают, как разговаривать друг с другом. Ужасно. Для меня это ванвас, который, я надеюсь, закончится через 12 лет. Это настоящее наказание для меня. Но вы, люди, дайте мне теперь немного надежды. Чтобы больше таких разговоров не было, закройте свои рты на этот счет. Полностью. Никто не должен так говорить. Это антибожественно. Поймите, зачем мы здесь. Станьте индивидуалистами, в том смысле, что садитесь и медитируйте. Не разговаривайте. Садитесь и медитируйте. Понимаете, вы пытаетесь искать ошибки в организации. Я просто не могу понять, что с вами происходит. Потяните себя за уши за это. Пожалуйста, все потяните. Чтобы больше этой чуши не было. И в следующий раз такие люди не должны приезжать. Я прошу таких людей, которые жалуются. Пожалуйста, не приезжайте. Посмотрите на Дженюин. Она такая пожилая женщина. Она никогда ничего не говорит. Когда бы я ее не спросила, мать, я счастлива. Вы не сможете насладиться ничем, понимаете? Потому что вы не тонкие. Даже приехав в самые тонкие места, вы не наслаждаетесь ничем. Куда должно идти ваше внимание? Внутрь. Поверьте мне, места, которые вы проезжаете, самые умиротворенные. Но ваш мозг никогда вам не позволит. Этот мозг, это ужасное эго, никогда не позволит вам насладиться. Так избавьтесь от него, хорошо? Пожалуйста. Я хочу, чтобы вы наслаждались. Я привезла вас сюда для наслаждения. Не критикуйте. И от любого проявления комфорта просто избавляйтесь. У вас есть койка? Спите на земле. Так будет лучше. Скажите своему телу, я здесь, я искатель. Вы должны знать свою истинную природу, что вы искатели, вы не такие, как другие люди. Но это все еще сидит у вас в головах. Вы все еще мыслите в этом ключе.
Вы должны знать, что вы никогда не должны ставить под сомнение никого, кто занимается организацией. Это причиняет мне боль. Никогда. Он выполняет какую-то работу. Вы не выполняете никакой работы. Хотя должны. Какую работу вы выполняете? Очень хорошо критиковать другого человека. Какую работу выполняете вы? Отвечаете ли вы за что-нибудь? Даже за свою одежду? Он тот, кто усердно работает. Очень хорошо критиковать такого человека. Это как какой-нибудь Дик, Том или Гарри приходит и начинает критиковать меня. Почему вы не делаете это? Почему вы не делаете то? Это точно такая же ситуация. Вы не делаете никакой работы. Очень хорошо критиковать других. Зачем? За что? Вы думаете, вы заплатили за себя? Вы заплатили очень мало, немного, я знаю это. Сколько мне пришлось заплатить за вашу поездку и за то количество багажа, который вы привезли? Это большая проблема в этих местах. Даже если вы платите, вы не можете это получить. Но я привезла вас сюда вовсе не для того, чтобы доставить вам комфорт. Вы должны знать, я говорила вам, это очень спартанские условия. Я говорила некоторым, не набирайте больше 80 человек. Это невозможная ситуация. Невозможно достать автобусы. Эти автобусы с одного госпредприятия мы достали с большим трудом. Они дали нам 2 автобуса. У них есть свои пассажиры, им пришлось многим пожертвовать. Это не такие места, где я не хотела устраивать поездку в этот раз. Вы помните? Я говорила, что не хочу ездить в этот раз со всеми вами. Я хочу ехать одна. Я говорила вам, что нам придется потратить какие-то деньги. Иногда больше, иногда меньше. Иногда нам приходится платить довольно много, гораздо больше, чем мы ожидали. Иногда нам везет, и мы расходуем меньше. Все оставшиеся деньги пойдут на сахаджа-йогу. Я не хочу ваших денег. Вы знаете, я уже и так понесла сверхрасходы. Мои запасы истощены, вы знаете это очень хорошо. Тогда почему же вы так говорите? Вы не думаете, как много тратит мать. Вы никогда не думаете об этом. Вы знаете, что случилось в Португалии. Вы знаете, как много денег я потратила в Англии, но вы никогда не размышляете в этом направлении, не так ли? Вы собираетесь вернуть мне эти деньги? Кто-нибудь из вас? Но зачем так глупо рассуждать, как будто это какое-то туристическое бюро? Куда вы пришли, заплатили за это деньги, и теперь вы ищете ошибки у организаторов? Оставьте все эти дурные привычки. Абсолютно. Даже если кто-то бьет вас, вы не должны теперь жаловаться. Запомните это. Эго нуждается в порке. Хорошей порке, уверяю вас. Иногда хорошая порка может решить все проблемы. Если же никто не бьет вас, бейте себя сами. Это самый лучший способ. Это не значит, что все вы такие. Большинство из вас очень хорошие, я знаю, что вы наслаждаетесь. Но есть небольшая кучка запутованных людей, и они создают эти проблемы. И эти запутованные люди награждают другие бхутовской природы, так что будьте осторожны. Тем, у кого есть хуты, лучше от них избавиться. Просто больше так не делайте. Прекратите это. Хорошо? У нас должна быть самодисциплина. Посмотрите на этих людей. Никаких проблем. Такая любовь. Такая способность к организации. С 3 часов они ждали меня здесь. С 3 часов. Мы закончили там и вернулись к 3 часам. 12 часов. И сегодня они снова вернулись назад на Пуджу. И это инженеры, это доктора, самые разные люди. По крайней мере, каждый с высшим образованием, как минимум. Это правда, что в Англии даже уборщик мусора получает больше денег, чем эти люди могут получить здесь. Ну и что? Что с того? Разве они собираются тащить с собой свои деньги или свои ванны и свои удобства? Все эти мифические идеи вы должны оставить. Здесь один мир, а там другой мир. Вы должны приспосабливаться к этому миру. Это очень утомительно для меня, уверяю вас. Даже если есть один такой человек, это правда, так утомительно. Так что не обращайте внимания на того, кто так говорит, просто заставьте его замолчать. Вас очень много, таких, кто хороший, таких, кто странный, немного. Заставьте их умолкнуть, сейчас же замолчи, ты худ, вот так. Вы должны вставать рано утром, выполнять медитацию и садиться в автобусы. Ваш пакет услуг рассчитан на 1 месяц, чтобы закалить себя. Ясно? Так что это обещание.
Это ваше обещание мне. В Рахоре это проявится еще больше, понимаете? Жители деревни будут поражены тем, что я привезла с собой каких-то пьяниц, и тех, кто не может погрузиться в автобусы, выгрузиться и прочее. А также я не могу сделать это, я не могу сделать то. Вы можете сделать все. Только пообещайте. Пообещайте. Мы сделаем это. Все мы. Хорошо? Даже я. Хорошо. Да благословит вас Бог. Так что не нужно огорчаться. С большинством из вас все в порядке. Большинство из вас наслаждается. Я ничего не говорю. Но есть немного таких, кто глупы. Так что не слушайте. Просто не слушайте. Если кто-то так говорит, скажите «замолчи». Вы будете изумлены. Если вы скажете такому человеку «замолчать», он исправится. Вы поможете этому человеку? Никто не должен так говорить. Никто не должен так говорить. Это абсурдно. Хорошо? Да благословит всех вас Бог. Давайте сядем на пуджу с этой сметливостью. Мы должны быть сметливыми, а не летаргичными в сахаджи-йоге. Что означает сахаджи? Быть как ленивые тюфяки? Как мы будем выполнять работу всего мира, если мы ленивые тюфяки? Представьте ту груду гор, которые мы должны поднять на западе. Подумайте о них. И вот мы, все такие выдохшиеся. Вот так. Что мы тогда будем делать? Это колоссальная задача. Понимаете, это подобно... Я не знаю, как объяснить. Подобно тому, как из болота тащить бегемота, или я не знаю чему. Ужасно. И лучше вам научиться сметливости. Возможно, на следующий год я не привезу никого из вас. Поверьте мне, я сыта по горло. Но в данном случае это, возможно, последний шанс. Я уже говорила, что это в последний раз, но все сказали, нет, нет, мать. Разве не так? Помнишь, Григуар? Я не хотела, правда, чтобы кто-то приезжал. Это головная боль, вы знаете, у вас все еще в голове куча идей, так что с этим закончено. И посмотрите туда. Посмотрите на него, видите? У него есть свой собственный дом, у него есть жена, дети. От всего этого он отказался и приехал. Посмотрите на него, он большой инженер в городе, он делает так много больших-больших мостов и все такое. Он здесь. Видите вы в нем какое-нибудь эго? Находите ли вы в нем какое-нибудь эго? Учитесь, учитесь у них. Если не у меня, то у них. Тот, кто организовал нашу программу, мультимиллионер. Вы знаете это? Он мультимиллионер. Тот, кто возил нас на свою ферму. Он мультимиллионер. Но видите ли вы в нем что-то такое? Или мои внуки, родившиеся в семье мультимиллионера? Видите ли вы это в них? Нет. Почему? Не потому, что у них нет денег или удобств. И этот мультимиллионер сказал мне, у меня нет машины, потому что она мне не нужна. Мне нужен джип. Вот я и купил 5 джипов. Вот и все. Но если у кого-то появляются деньги там, он купит шикарную машину, чтобы показать себя. Они не могут понять, зачем покупать, когда мне это не нужно. Я работаю на ферме. Кончено. И вы говорите мне, что он поедет на обычном автобусе, он сделает все. Он мультимиллионер, можете поверить, вы видели его бизнес? Сколько у него станков, которые работают? Это не значит, что он жадный. Каким щедрым он был. Как живет его жена, как все остальное. Только посмотрите, у них дома могут быть сотни бриллиантов, но они не хвастают этим. Я имею в виду, мы должны учиться у них, понимаете? Также есть и бедные люди. Все они сметливые. Очень сметливые. Они могут жить в маленькой скромной лачуге, но смотрите, рано утром они идут на реку, совершают омовение, и они готовы к работе. Сметливость — это одно из качеств, которые вы должны приобрести в сахаджа-йоге. И выносливость. В жизни должны быть выносливость и сметливость. Эти два качества должны сочетаться внутри вас. Хорошо. А то они думают, что половина из вас больны. Хорошо? Так что хватит размышлений. Прямо сейчас погрузите себя в нирвичару. Посмотрите на меня. Все вы, посмотрите на меня. Поднимите голову еще раз.
Хорошо, вы избавились от своих пороков и прочего, а теперь избавьтесь от этого абсурда, от эго. Это самая большая ваша проблема, эго — это самая большая проблема. И когда вы думаете, что вас подавляют, лучше примите это 100 раз. Не говорите другим. Кто правосторонний, левосторонний, правосторонний, левосторонний, на всех вы вешаете ярлыки. В Сахаджа-йоге никто не остается левым или правосторонним. Лучше? Гораздо лучше. Все, что хорошо для духа, для радости духа. Тогда вы будете в другом мире, понимаете? Забудьте этот абсурдный мир, в котором вы были. Вы все искатели. Вы великие люди. Бог дал вам рождение в той стране, чтобы вы просто увидели, что такое материализм, а не чтобы вы вовлекались в это. Выбирайтесь, но развивайтесь. Выбирайтесь. У нас есть вся эта бедность, у нас есть все неудобства. Но посмотрите, какой покой. Почувствуйте покой пейзажей, людей. Во всем чувствуется покой. Посмотрите, какие сметливые маленькие дети, молодежь, взрослые люди. Они такие счастливые здесь. Хорошо? Да благословит вас Бог. И перестаньте строить из себя несчастных, каждый из вас. Они не могут понять, почему вы выглядите несчастными. Им кажется, что они не делают свою работу как следует, или что вам не нравится пища. Они просто не понимают, потому что вы кажетесь такими несчастными, обеспокоенными. И уставшими, без всяких причин. Хорошо, да благословит вас Бог. Давайте проверим прямо сейчас. Быстро встаньте и сядьте. Посмотрим, как быстро вы можете подняться. Хорошо? А теперь, как вы можете сесть?